особенно на линейке вас уж пришли. Андрей Сергеевич. А вон наша спальня. А где наша? Что-то я не скажу, что-то пришли, что-то хотят объяснить его. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре! Раз, два! Кто-то идет сзади. Это Пупсика Патрян! Так что мы еще не позорились. А каким мы не позорились? Мы позорились. Теперь я узнаю, это мой 11-й отряд! Вы узнали? Итак, с этого момента у нас в лагере 11 отрядов. Класс, я не знаю. Вердак. Все со второго раза. Итак, 11-й отряд проведения торжественной линейки. Готов? Готов! Закрытие. Пупсики! А сейчас, пожалуйста, командир 11-го отряда, постройте ровненько отряд, потому что мы продолжаем нашу торжественную линейку, посвященную открытию второй оздоровительной смены летнего сезона 2012. Лагерь «Смирно». Уважаемый Геннадий Владимирович, оздоровительный лагерь «Волна», проведению торжественной линейки, посвященной открытию второй оздоровительной смены летнего сезона «Лето 2015», построен и готов.